Зимой в тепле должны быть не только люди, но и техника. Особенно та, которая имеет жизненно важное значение. В селе Шигырдан Батыревского района недавно появился теплый гараж для пожарной техники. Как на тушении возгораний и спасении людей может сказаться одно небольшое помещение? Ответы в нашем репортаже. ДПК – добровольная пожарная команда. В селе Шигырдан она объединила 37 человек. Столько же и пожарных цистерн в их распоряжении. У команды одна цель – быстро потушить любое возгорание. Только вот чтобы спецтехника не подводила и была готова к работе круглый год, ее необходимо содержать в отапливаемых помещениях. Цистерны есть. Техника есть, а теплого гаража зимнее время, теплого гаража не было. Это слишком, как сказать, это когда пожар случится, это дорогоценное время, чтобы пока заполнить это водой. Быстро не получалось у нас. И сейчас у нас мы можем любое время без опоздания можем идти, поехать и идти тушить пожар. Этот теплый гараж появился по программе инициативного бюджетирования. 20% средств вложили сами жители села. Еще 20% – средства местного бюджета. 60% выделили из республиканского бюджета. Обошелся он почти в 4,5 миллиона рублей. Только по программе инициативного бюджетирования около 900 объектов будут сданы. Сюда входит 371 дорога будет построена в этом году. Также объекты коммунального хозяйства – 162 объекта. Но кроме этого, будет построено, в этом году около 50 детских площадок. Очень много почищено прудов, около 40. Всего по программе за 5 лет в селах Чувашии реализовано более 2700 проектов. Анна Центовская, Роза Деменцова, Георгий Кривошеин, Республика.